дорогие друзья, гости, подписчики моего канала «Карелия с рыбалки» не только. С вами опять я, Леонид. Вот сегодня опять приехали ловить хариуса. Сегодня я приехал с братом со своим, с Андреем. Будем пробовать, будем скрывать утмеля опять, искать его. Рыбалка очень интересная, очень интересная, долгожданная. Ждешь, бах, ну просто прелесть. Опять в открытом, так что смотрите, что-то может и получится. Вот он, первый хариус у брата, молодец, приехали сегодня, вот. Не зря, отлично, ну как, лупанул? Хорошо. Да, четко, ну все, есть, будем ловить. Смотрите, красавец. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, расправился. На солнышке. Вот у меня сижочек взялся. Вот такой красавчик. Так вот. Ну тут несколько окуньков поймали. А так пока тихо. Рыбачим дальше. Вот поймал еще одного небольшого хорезочка. Вот так. Да, сегодня тяжело. Сегодня что-то плоховато. Ну ладно, будем ловить, пробовать. Вот, ребята, еще один взялся хорезочек. Вот такой красавчик. Так что второй. Вот, ребята, еще один, третий. Вот с одной луночки стайка. Хорошая. Брат там кричал, фига поймал. Но потом сходим посмотрим, что там за сик. Так что рыбалка идет. Ну вот такой вот неплохой сижок. Вот вытащил, вот какой красавец. Хороший сижочек. Отлично, молодец. Ну вот у Андрея еще один. Молодец. Вот этот уже такой жирненький. Получше, чем у меня. У меня такие 100-граммовики. Уже грамм 200, наверное, больше. Молодец, что? Хорошо дюбнул? Сразу. Да? Крутится. Он нет, и там, он и там, скорее был. Всего. А? Это сик был там. Вот там? Наверное. А он, может, это ты был? Да. О, молодец. Вот новое место разбурили. Вот такое опять. Ну, молодец, красавчик ты. Давай. Долбанул? Долбанул. Ну хорошо. Ай, красавец. Ай, какой. Ну молодец ты. О, со второго раза? Да. Молодец, классно. О, какой. Ну молодца. Умница. Где есть хоть день, хоть не день, да? Да. Вот это, ребята, окушок у меня лупанул. О, вот такой вот, смотрите. Ай, красавец какой. Вот это окунь. Вот так что так, рыбачим. Хороший окунек, порадовал. Здорово. Вот еще один хорезок. Тоже разбурили еще одно местечко. И сразу, где есть, лупит сразу, да? Да, хорошо. Хороший. Хороший. Молодец, Андрюх. Вот так вот. Надо посидеть тут, попробовать, да? Да. Ой, день, жарища прямо, все, раздеваемся. Вот такая. Вот, смотри. Что? Это внутри у него было? Да. Ух ты. А что это за пиявки такие? А это какая-то пиявка или что это такое? Это не у него, не на нем было или внутри? По-моему, сорта. Да? Вот, ребята, вот такого хариза я взял. Вот, смотрите, только что. Просто супер. Вот это хрюзок. Ай-яй-яй. Плавник какой, ну просто красота. Вот так, давайте напротив солнышка. О, здорово. Ну, вот так что есть. Хрюзок отлично взял. Ой, танец. Молодец. Вот, ребята, опять удача у меня. Вот такой вот. Ух, сильный гад. Ну не взять его. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот, смотрите, вот какой. Вот такого опять хрюзка я взял.
Красавчик. Ай-яй-яй. Ну, здорово. Ну вот. С одного места уже взяли 4 штук. Вот Андрей еще одного взял. Поднял хрыска. Красавца. 4 штучки с одного места. Вот так, ребята. Хрыски все такие. Все съедобные, хорошие. Вот. Молодец. Вот так вот. Сейчас, наверное, будем переезжать куда-нибудь еще. Вот такая рыбалка. Постоянно буришь, ищешь, переезжаешь. Отпустило все, валиться стало. Лед уже местами тоньше и тоньше. Съедает солнце моментом лед. Ну, будут утренники, будет еще, конечно, рыбалка. Не будет, то придется завязать. Ну, может, на буксировщик еще поезжу сюда, потому что интересно. Глухарю заловить просто интересно. Вот он, ребят. Ну, вот он, ребят. Вот 4 штучки с места. Вот такой кабанчик. Вот. Вот такие. Все практически одинаковые. Вот такие хрыза. Ладно, наверное, будем переезжать. Вот, друзья, хочу показать вам чудо. Вот вы видите, с камня прямо выросла сосна. Если вам видно. Да просто что-то. Вот как она тут могла вырасти, это, конечно, непонятно. Вот такой булуган. И вот она прямо с него растет. Ой, снегу. Сейчас попробую забраться, показать, не знаю, если получится. Вот я на камень залез, но тут чудо другое. Она не одна, вот еще одна растет. Вот видите, прям с расщелины. Вот еще 2. Это просто какое-то чудо. Вот Карелия. Растут с камней деревья. Вот, посмотрите, еще одна маленькая сосенка. Вот камень, просто камень. И вот вымахало вот такое дерево. Вот оно. Вот прямо с камня. Видите? Вот оно чудо. Вот такая красота. Да, вон как оно лопнуло. Камень как лопнул прям вообще. Морозы, вода. Так вот весна, красота. Лес какой. Ну вот, друзья. Подписчики, гости моего канала «Карелия. Все. Рыбалки. Не только». Вот на сегодня заканчиваем. Всего день. Надо ехать домой. Дома еще дела. Ну, вот такая рыбалка вдвоем. С Андреем, с братом. Как я уже говорил, вот поймали вот столько хрюзов, окушков, 2 сига. В общем, рыбалка вот такая. Поездили, поискали. Ну, даже очень неплохие хрюзки есть. Кушки. В общем, вот такая рыбалка. Так, еще хочу вам сказать по поводу трудовой рыбалки. Ребят, для меня рыбалка, она вся трудовая, то есть надо трудиться, надо что-то ловить. Так, еще по поводу того, что я вот приглашаю на рыбалку в гости к себе на Сигозеро, организую рыбалку. Хочу вам сказать одно. Вы правильно понимаете, я приглашаю на рыбалку, а не на заготовку рыбы. То есть здесь не Колондайк, здесь не то, что вы думаете, где кинул, там и поймал. Нет, здесь надо ее ловить, надо труд, надо умение, надо знание. И не надо говорить, стоит, не стоит ехать сюда, вот, ну, из-за нескольких хрюзов. Это каждый решает сам для себя. То есть я никого не навязываю, не заставляю. Так что, если интересно, пишите сразу в личку. Пишите, что, как, пожалуйста, все, что знаю, умею, я покажу, подскажу, у меня нет секретов, кто ко мне ездит, тот знает. Что-то ловит, кто-то что-то не ловит, ну, это рыбалка, как и везде. Так что вот, что хотел сказать, на этом буду заканчивать. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Ну, все, привет, с Попов Парусов.